Лес лесу друг, дорогие мои друзья. Я к чему это говорю? Что вот в моей книге, в моей литературной вселенной, лес — это бесконечная субстанция, вселенная, которая обволакивает вот все села, там города, которые у меня описываются. И лес бесконечен, то есть ты туда уходишь, и неизвестно. Понятно, что земля круглая, но про это у меня в рассказе ничего не сказано, там круглая она или нет. Лес как бескрайняя стихия абсолютно. И лес лесу друг. К чему это? Вот, допустим, смотрите, вот Окский, Приокский террасный заповедник, где зубры, да, вот сейчас я его проезжаю. Есть это у нас под Серпуховым, следовательно, Россия. А, значит, есть лиственные леса в Амазонке, Бразилия, да? То есть совершенно другой континент. Но я считаю, что вполне нормально думать, что эти леса могут дружить и как-то связываться, перекликаться друг с другом, как-то посылать друг другу какие-то сигналы. И вся эта мысль у меня пришла в связи с... Сейчас, подожди, в связи с тем, что сюда народ не пускают. То есть, вот видите, здесь проход запрещен, везде вот эти вывески, прям каждые 10 метров. Не каждый 10, каждый 30. Вот, потому что мне пришло в голову, что это хорошо, что людей в лес не пускают. То есть это единственный такой запрет, который я, пожалуй, поддержал. Потому что люди у нас совершенно не умеют ходить в лес, совершенно не умеют себя там вести, а лес, как и космос, это очень хрупкая субстанция. Сейчас у меня такая какая-то идея тут есть, где-то встать и почитать, подзарядиться и там уже потом дальше идти на Калугу, а может быть и нет.